Ну и хули ты пришла? Вот так вот, так сказать, как говорится, приходится Божьим созданием объяснять снова и снова, снова и снова. Но они, кстати, понимают потихонечку. Понимают. Что тебе еще непонятно, а? Я понимаю тебя, я понимаю. Любовь себе дать надо, да? Я понимаю, что жизнь твоя. Вот. Тебе же хорошо уже жить. Что тебе для счастья надо? Что тебе для счастья надо? Расскажи мне. Я все исполню. Люблю я тебя, люблю. Не бойся. Ты нужна. Я слышу тебя. Сладкая моя. Сладенькая моя. Сладенькая моя. Язык показываешь? Ты что это язык показываешь? Озорница. Слышишь, да? Птички прыгают, бегают. Если очень захотеть, птичка сама прилетит. Или мышка прибежит. Что захочешь, то и... То и прибежит. Вон прямо сюда тебе. Обед к столу. Пожалуйте, мадам. Да? Да. Попикиваешь еще? Ну, попикивай, попикивай. Устала. Да я вижу, что ты устала. Вижу. Освобождение пришло. Жизнь теперь хорошая начнется. Да? Да я все слышу, я все слышу. Ты можешь мне ничего не говорить. Я все чувствую. И понимаю. Носиком дергаешь. Ты про айфон помнишь? Золотая рыбка, исполняющая желания. Так скажем, вот она женская сущность. Вот это женская. Женщина – это золотая рыбка. Что попросишь, то и будет. Только любовь ей нужно дать. И все будет.